Третье место у нас занял Нияз. На удивление играл один из крутых персонажей, такой как Барака. Не менял, не изменял. Так что 10 тысяч сертификат тебе в подарок. Получаю удовольствие от нашего магазина. Оскар, он же Оскар, хладнокровный боец, который доказал, что Кано это не просто непростой персонаж, а персонаж, который может побить любого и даже Лукена. Спасибо тебе большое. И Денис, Денис, ну, ты сегодня вообще мастер. Ты знаешь, все прошли сюжетную линию Mortal Kombat, проспойлерить можно? Нет. Вот, слушайте, как в сюжете, так и в жизни Люкен становится чемпионом, так что... Так что, красавчик, первое место твое.